Машина за вакцину. В Махачкале объявили розыгрыш среди привившихся от COVID-19. Он будет проходить с 4 сентября по 25 декабря. Помимо главного приза, счастливчики смогут получить велосипеды, айфоны и множество других призов. Участниками автоматически становятся все махачкалинцы с датой регистрации сертификатов за указанный период. Победителя определят методом генерации случайных чисел. Розыгрыш будут транслировать в прямом эфире в сети Instagram на странице мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Кроме того, участники смогут получить призы от бизнес-сообщества города. Ежедневно будут разыгрываться по 2 сертификата от торговых центров столицы номиналом 1000 рублей, а также пополнение тарифного счета на 500 рублей от операторов мобильной связи.